Touchstone Pictures представляет. Фильм производства Barefoot Films. При содружестве с Buena Vista International Film Production и Mr. Brown Entertainment. Режиссер Тиль Швайгер. В главных ролях Тиль Швайгер, Йохана Вокалек, «Босиком по мостовой». В фильме также снимались Надя Тиллер, Михаэль Мендель, Штефан Винк, Александра Нельдель, Имоген Когге. Вот и ты. Ты могла бы в следующий раз не опаздывать? Так, господа, приступим. Паула Пауль и другие. Кто-нибудь хочет выступить на нашей последней встрече? Ну, кто начнет? Господин Рихард. Нелли. Так что? Лайла, может быть, ты хочешь принять участие в обсуждении? Ты не думаешь, что, рассказав группе о себе, почувствуешь некоторое облегчение? Композиторы Дирк Райхард, Штефан Хансен, Макс Берхаус. Мы от тебя еще не слышали ни слова. Лайла. Оператор Кристоф Валь. Следующий, пожалуйста. Эй, ты, моя очередь. Да? Номерок свой покажи. Продюсеры Тиль Швайгер, Том Циклер. Режиссер Тиль Швайгер. Я весьма обеспокоен, господин Келлер. За несколько лет с вами досрочно расторгли 6 трудовых соглашений. Мне очень трудно подыскать вам работу, вы понимаете? Что же с вами не так? Вы ведь не глупый. Этот тип был скотиной, он со мной обращался. Да-да, все понятно. Знаете, что я думаю? Вы никого не уважаете. Видите ли, господин Келлер, при нынешнем уровне безработицы нужно соблюдать определенные нормы поведения. Учиться, например, держать язык за зубами. Что же с вами делать? Подберите хоть что-то, любую работу. Ну, хорошо. Есть, но имейте в виду, ничего особенного. Деллингстрассе, 49-51. Собеседование сегодня. 15 часов. Вам нужно поторопиться. Господи, кто ты? Джессика? Только не говори, что ты был пьян. Это вот не мое. И не мое тем более. Разумеется. Я тебе позвоню, хорошо? Эй, мышка,
Ты не даешь госпоже Блёхингер тебе помочь. Ну и не надо. Я хочу, чтобы мама забрала меня. Лайла, твоя мама умерла. Я не хочу оставаться здесь. Толчок нужно мыть слева направо, иначе он царапается. И там накапливаются микробы и бактерии, а этому надо воспрепятствовать. А тут рядом с унитазом требуется особая тщательность. Я уже 100 раз говорил этим психам, чтобы садились, но они стоят, льют дугой мимо, смотрят и ухмыляются. Противно. Но делать надо. Присматривай за моющим средством. Наш король повадился его пить. Уже 2 раза приходилось промывать ему желудок. Ну вот и все. Появятся вопросы, просто заходи ко мне в кабинет. Да, вот еще. Личная просьба. Когда будешь мыть полы, не лей много воды, у нас очень чувствительный пол. Ясно? Вот кобра, вперед. Работай. Алло. Меня тут нет. Алло, Ник? Мама? Я рада слышать твой голос. И я твой. Как у тебя дела? Хорошо, все хорошо. У меня все отлично. Но последние несколько дней я был занят, поэтому не звонил. Несколько дней? Очень неплохая шутка. Ты не звонил уже 8 месяцев. Знаю, мне жаль. Ты получил мое сообщение? А? Нет. Я пропадаю целыми днями в конторе. На свадьбу ты приедешь? На свадьбу? Какую? Ну как же, на свадьбу Виктора. Мама, я не уверен, что это хорошая идея. По-моему, отличный повод, чтобы вы снова могли поругаться. А нужно ли это? Старая история. Ах, Ник. Он может все выпить. Послушай меня. Значит так, Хайнрих объединяется с Зомерами. Сара Зомер, ты ведь помнишь ее? Эй, иди отсюда, не видишь, я говорю по телефону. Им нужен человек для нового интернет-проекта. Проваливай. И я решила предложить тебя. Эй, малышка. Бери-бери-бери. 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 Это был бы прекрасный шанс. Бери-бери-бери. Мама, мне не нужны его одолжения. Ну, выслушай хотя бы, что он хочет тебе предложить. Курикарика. Бери-бери-бери. Бери-бери-бери. Курикарика. Бери-бери-бери. У тебя кто-то есть? Нет, это по телевизору. Телевизор на работе? Подожди, я потише сделаю, ладно? Пожалуйста, я жду. Рядом со мной Хайнрих. Вот, пожалуйста, поговори с ним. Слушай, осторожно. Вы не могли бы помочь? Она кусается. Здравствуй, Ник. Мы объединяемся с Зомер Маккелли и... Ник? Ник, ты меня слышишь? Он что, спятил? У него с головой явные проблемы. Ник? Ох, мама! Ты что, издеваешься надо мной? Что там происходит? Хайнрих, как дела? У тебя все в порядке? Нелли, Нелли, успокойся. Об этом нечего и думать. Твой сын, разговаривай сама. Ник, что у тебя случилось? Ничего особенного. Вечеринка. Сегодня у шефа день рождения. Уходим, уходим. Тебе нужна помощь? С какой стати? Перестань. Не надо обманывать, прошу тебя. Мама, все прекрасно. Мне не нужна работа. Потому что у меня уже есть. Ясно? Я люблю.
Будь здоров. Эй, вы! Вы с ума сошли? Я? Это вы тележку в коридоре оставили? Ну, а что? А что? Мой пациент, по вашей милости, выпил полбутылки доместоса. Вы уволены. Да вы... Вечером извольте забрать свои документы. Алло? Мама? А, Ник. В чем дело? Насчет работы. Хайнрих говорил всерьез, как думаешь? Да, ну конечно. Я хочу от него это услышать. Вот и чудно, приезжай. Мама. Послушай, вы с ним встретитесь и все обсудите, все детали. Это был бы отличный шанс для тебя. Ну ладно. Условились? Условились. Ты что? Туалет дамский. Я тебе ничего не сделаю. Давай, давай. Посиди здесь на стуле. Я пока схожу за врачом, хорошо? Ты тут спокойно сиди. А вот это я лучше возьму с собой. Ты пришел с улицы? Я тебя видела в окно. Что ты тут делаешь? Ничего, я только что вылетел отсюда. Ты умеешь летать? Вылетать, если уж точно. Я пойду за врачом, хорошо? Не надо. Пожалуйста. Почему нет? Мне опять эти таблетки дадут. Я устала. Уложишь меня в постель? Да, что вам угодно? Мои документы. А, точно, да. Вот. Всего хорошего. Что-нибудь еще? Та босая девушка. Да? И что с ней? У нее серьезные проблемы. У всех моих пациентов проблемы, потому они и здесь. Это понятно. Присматривайте за ней.
Это кто говорит? Парень, который оставил моющее средство в коридоре? И вы меня учите, как обращаться с пациентами? Like a ghost, don't need a key. Your best friend I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even need to speak. When I've been here for just one day, you'll already miss me if I go away. So close the blinds and shut the door. You won't need other friends anymore. Oh, don't leave home. Oh, don't leave home. And if you're cold, I'll keep you warm. And if you're low, just hold on. 'Cause I will be your safety. Oh, don't leave home. I arrived when you were weak. I'll make you weaker, like a child. All I Приглашение на свадьбу. Что за скотина? Этого быть не может. Что ты тут делаешь? Я ушла за тобой. Ты ведь не можешь из клиники взять и сбежать. Я у тебя поживу. Ни за что. Пожалуйста. Ха. Не могу поверить. Ну, хоть одну ночь. Ты должна жить в клинике. Ведь ты же хочешь поправиться. Заткнитесь там, внизу! Да пошел ты! Каждый раз одно и то же. Пожалуйста. У тебя хорошо. Это твоя подруга? Была моей подругой, а потом бросила. О. Ты очень расстроен. Нет. А я бы расстроилась, если бы мой друг меня бросил. У тебя друг есть? Нет. Мама никогда не разрешила бы. Хм. Я имею в виду, если бы у меня был бы друг, и потом он бы бросил меня, то я бы очень расстроилась.
Ясно. Мы уходим. Куда уходим? В клинику. Ты со мной пойдешь? Я тебя отвезу. А и будешь там со мной? Ну, конечно, нет. Почему? Потому что я здоров, и вообще у меня дела. Что за дела? Неважно. Вставай с моей постели, мне пора идти. Нет. Повтори, что ты сказала. Нет. А ну быстро вылезай из моей кровати. Нет, только если позволишь остаться. Так, с меня хватит. Спокойно. Черт подери! Что мне теперь делать? Эй, ты, придурок, успокойся там! Извини. Извини. Хорошо, слушай, как ты посмотришь на то, что мы сходим в город, погуляем, а потом съедим мороженое, а? Ванильное? Ванильное, земляничное, любое. У нас мороженое бывает только, когда дежурит сестра Доротея. Госпожа доктор не любит мороженое. Говорит, от него зубы портятся. Но, по словам сестры Доротеи, яблочный сок из-за кислоты намного хуже. Кроме того, мороженое состоит из молока, а в нем есть кальций, что полезно для зубов. Что? Ты можешь не волноваться. Я точно тебя не брошу. Ну, прям сразу полегчало. Давай, садись. Сядь лучше назад. Свитер? Пиджак? Чемодан? Да, ты водишь. Я вижу то, чего не видишь ты, и оно... Черное. Это кнопочка на двери? Черный ремень? Маленький толстый толстячок. Это круглая штука? Твоя черная сумка? Ну все, вылезай, приехали. Уже? Нет. Нет, ты не посмеешь. Выходи, пожалуйста. Ты обещал совершенно другое. Я тебя обманул! Отправишь меня туда, и я снова пойду в туалет, и тогда уж никто не спасет меня. Ты меня шантажируешь! Особа женского пола, 25 лет. Рост 1,70 м. Особые приметы? Не носит обувь. Нет. Она ходит босиком. Я так и сказал. Нет. Вы сказали, не носит обуви. Это совсем другое. Одно и то же. Ха-ха.
Все понятно. Будут новости, сообщим. Минуточку. Что значит будут новости, мы сообщим? У девушки тяжелая травма. 19 лет мать продержала ее в заперти, не выпускала из дома. Вы понимаете, что это значит? Столько жить с матерью, тут сбежишь. Это не смешно. У Лайлы психические нарушения. Ее охватывает паника, едва к ней прикоснешься. Ей надо пить лекарства. Да успокойтесь, объявлен розыск. Слушайте, она очень наивная, доверчивая и совершенно неприспособленная девушка. Она ведь даже ни разу на автобусе не ездила. Тебя как зовут? Лайла. А меня Ник. Ник. Ты не носишь обувь? Я не хочу держать ноги в заперти. Билеты, пожалуйста. Билет, ты поняла? Его покупают, потом пробивают, иначе ты будешь безбилетником, а это неправильно. Так что возьми его в руку и держи крепко. Моя подруга впервые в автобусе едет. Ты зачем вошла? Я хочу быть рядом. Это мужской туалет, уходи. Ты можешь оставить меня на 2 секунды? Я заходил сегодня на почту, так что осталось только наклеить 2 марки. Нет. Да? Ты сядешь и наклеишь их? Может быть, хоть отвернешься? Ты же знаешь, как мне нравится лизать языком. А мне как? Это самое приятное во всей процедуре. А уж для тех, кто от запаха страдает, вообще двойное удовольствие. Завхоз говорит, что нужно садиться. А то попадешь мимо. А кому-то вытирать придется. Спасибо. Я не могу так. Моя мама обычно включала воду. Эй! Что ты делаешь? Снимаю деньги. Карточку я вставляю сюда. Набираю пин-код. Затем набираю сумму. Нажимаю на кнопку
и появляются деньги. Или не появляются. I'm a perfect person. I'm not the one who shines on you. I throw my words around you. There's nothing else that I could do. Что-то не так? Нет. У нас билетов нет. Забудь про них. Но ведь нужен билет, ты сам говорил. Я не хочу быть безбилетником. У тебя ведь уже есть билет, тот самый с дыркой. Да. Он у меня в чемодане. Значит, все в порядке. У тебя есть какие-нибудь особенности, про которые нужно знать? Кроме той, что тебя нельзя трогать. Может, ты голоса какие-нибудь слышишь? Да. Правда, что ли? Да. И сейчас слышишь? Да. И что они говорят? И что они говорят? Ты мой голос имела в виду. Разве здесь еще кто-то есть? Нет. Хорошо. Ник? Правда, я твоя подруга? Что? Сегодня в автобусе ты сказал, моя подруга впервые в автобусе едет. Выходит, я твоя подруга? Я бы уточнил, ты моя подруга в этом путешествии. Понятно. Билеты, пожалуйста. Вы что, смеетесь? Мы поедем на другом поезде? Нет, мы поедем на машине. Ты посиди здесь. Я хочу... Лайла, ты что мне обещала? Ты сейчас на эту скамейку сядешь и будешь меня ждать, понятно? Понятно. И не вздумай ни с кем разговаривать, понятно? Понятно. Сиди здесь. Моя скамейка. Со мной нельзя разговаривать. Чего? Мне пора спать, у меня был тяжелый день. Проваливай. Нет,
Мне нужно сидеть тут. Ты что, глухая? Это моя скамейка. Туфли надень, а то простудишься. Мое место. Поищи себе другое. Давай, давай. Двигай. Лавкачка. Эй, ты! Эй, ты, остановись! Я уже ухожу. Уходишь? Тебе нужно стоять тут. Нельзя, это ее место. Этой? Перестань ты, ей пора на пенсию. Залезай. Ну иди, а? Давай, здесь потеплее. И сколько? Чего сколько? Сколько раз порадуешь? Сколько раз порадую? У меня предложение. Давай дунем прямо тут, в машине. Ну ладно. Еще раз? Ты моя крошка. Представляешь, что ты еще маленькая? М? Вот это ты любишь. Вы меня трогаете. Это что, дороже стоит? Я накину, не бойся. А, ты из горячих. О! Повезло мне. Руки на капот, ноги на ширину плеч. Быстро! Я ничего не сделал. Заткнись. Права, документы, мигом. Да, со мной в первый раз такое, учтите. Обязательно. Да. Давай, поворачивайся. А теперь нет, проваливай. Нет. Но ведь я хотел только... Заткнись. Я... Понял. Лайла. Лекарство. В твоем чемодане?
Алло. Да, одну минуточку. А что у нас с паштетом? Еще немного паштета не помешало. Хорошо, тогда подайте. Вас к телефону. Хорошо, идите. Понял. Алло. Алло, Хайнрих? Это я, Ник. Да? Хотел только сказать, что я немного опаздываю. Возникла одна проблема, но все уже позади, я еду. Хорошо, мы рады. Я тоже рад, Хайнрих. До встречи. Да, Ник. Да? Тебе подсказка. По поводу подарка. Виктор переезжает в новый дом. Здорово. И чего же он хочет? Это всего-навсего дизайнерский холодильник. И сколько он может стоить? 5000 евро. 5000 евро за простой холодильник? Ну да, это большие деньги. Но ведь ты сказал, что у тебя отличная работа. Ты же не собираешься появиться здесь с садовыми ножницами? Конечно, нет. Хайнрих, послушай, что я тебе скажу. Если Виктор хочет холодильник, он получит его без вопросов. Эй, Ник, я не ожидал такого. Да брось, женится всего раз в жизни. Это просто великолепно. Чепуха, Хайнрих. Хорошо, пока. Лайла? Здравствуйте. Здравствуйте. Чем могу помочь? Я бы хотел продать машину. Что вы говорите? Джип Чероки 99-го года выпуска выглядит как новый. CD-плеер, кожаные сиденья, все тип-топ. Стоит как минимум 20 тысяч. Нет. Мне с подержанными автомобилями связываться не резон. У вас полно подержанных автомобилей. Это все остатки. От конфискованной партии. Доброе утро, чудо мое. Как? Хорошо спалось? У меня к вам маленький вопрос. Вы всегда встаете на въезде? Встаем? Мне надо проехать на грузовике. Алло, девушка, вы проснетесь? Я должен тут проехать на грузовике. Джип куплен по чековой книжке. У него пробег меньше 50 тысяч. Его и подержанным-то с трудом назовешь. 15,5. Ты очень смешной паренек. На стоянке такой же за 12 всего. Да с навигацией. А мой друг куда подевался? А я знаю. Убирайте свою машину. Ну как же? Ну хватит придуриваться. Подвинь попу на сиденье и давай. Хоп-хоп. Только не засни опять. Договоримся так. Я отдам его за 12 тысяч. Столько я ни за одну машину еще не платил. Клади руки на руль. Это круглая штука. Теперь ключ поверни. Не спи, включай передачу. Рычаг прямо посередине. Боже мой, кто вам только права выдавал? Психбольница! Я должен кровь из носу продать машину. Вышло. 9 только для вас. О-о. Ну, ведь можешь. Хорошо, 8, последнее слово. Беру, ладно. Что она творит? Там точно не царапины? Как новое, я же вам сказал. Эй! Тормози! Тормози, глупая тёлка! Где ваша машина стоит? Прямо здесь, рядом. Oh.
5000. Я его уже уломал на 8000. Очень больно. Комариный укус. Опять отлучался по нужде. Твоему брату не понравится, если мы приедем без подарка? Да нет, у него их хватает. Хайнрих, вот проблема. Кто это Хайнрих? Муж моей матери. Твой папа? Моего папы нет давно. Он хороший? Кто? Хайнрих. Этот... я его ненавижу. Старый обормот с пером в тощем заду. Какой ужас. Не выйдет. Лучше ты. Лайла, посмотри на меня. Ты бы купила машину у такого? Да. Брось, скажешь тоже. Я потеряла свои права. И улыбайся. Я потеряла свои права. Супер. Не трясись. Я знаю такой тип людей. Они не задают вопросов. Можно? Если он тебя тронет, сразу кричи. Но ведь тебя не надо этому учить. Хорошо. Все получится. Автомобильный дом «Эрман». Чем могу помочь? Я бы хотела продать машину. У нас была небольшая авария. Мы с петухом случайно столкнулись. С петухом? С очень большим. Как интересно. Вот видите, мурлычет как котенок. И 50 000 не наездили. Вы уверены, что хотите ее продать? Абсолютно уверена. Да? Только корпус поврежден. Так в чем же уловка? Я потеряла свои права. Ах, вот как. Понятно. Это сильно снижает цену. Да и пара хороших вмятин на корпусе. Знаете что? Я дам 5000 за вашу. Но только если все остальное с машиной в порядке, и вы ничего от меня не скрываете. Ничего. Тут сзади стекло разбито. Я видел. И еще эта штука, в которую смотришь, когда пятишься задом. Зеркало. Пустяки. И еще
580 евро. Бред какой. Но ведь он меня расспрашивал. Ах. Ты сказал, что он не будет задавать вопросов. Я не имел в виду, что вообще никаких. Только о том, откуда машина. А, ладно, не думай об этом. Ноги болят. Я устала. И я хочу есть. Что же нам делать? Поедем назад. Без подарка мне нельзя появляться. Но ведь ты обещал, что приедешь. Они все снова будут считать меня авантюристом и неудачником. Мне проще там не показываться. Но ведь твоя мама обрадуется. Обещание нужно выполнять. Кто это сказал? Твоя мама? Или госпожа доктор? Или сестра Доротея? Я говорю это. Хорошо. Ты выиграла. Выиграла? А что? Here there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, and the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew a hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Это был лучший день в моей жизни. Почему ты оказалась в клинике? Я убила свою маму. Не понял.
Я была в своей комнате и услышала, как она упала. Она звала меня, просила помочь. У нее болела грудь. Но я не помогла ей. Я больше этого не хотела. Когда я спустилась вниз, она уже... была мертвой. Я была совсем одна. Я написала записку почтальону, спрашивала, что мне делать, и просунула ее под дверь. На следующий день явились полицейские, чтобы забрать меня с собой. Я слышу твое сердце. Смотри. Луна зажгла свой свет. Я вижу то, чего не видишь ты. И оно бежевое. А, вот это? Там за окном? Нет. Мой чемодан? Да. С тех пор, как мама вышла замуж за Хайнриха 25 лет назад. Здесь так много народу, я лучше уйду. Эй, Лайла. Они все очень милые люди. Скоро сама увидишь. Помнишь, что нужно говорить? Мы недавно сошли с ума, но я ужасно рада быть вместе с тобой. Мы не очень давно вместе, но ты просто с ума по мне сходишь. Да. Ведь я самый чуткий, самый умный и самый привлекательный из всех, кого ты когда-либо встречала. Да. И мы познакомились на корте. В том месте, где бросают через сетку мяч. Да. И тебя зовут? Штефани Розенбаум. Я врач. Супер. Увидишь, это просто детская игра. Ты должна только улыбаться, а это у тебя хорошо получается. И, мой мальчик, мы думали, ты уже не приедешь. Ой, я так рада тебя видеть. Боже, ты ранен? Нет, просто небольшая авария. О, боже. Да, мы столкнулись с петухом. Мама, правда, ничего страшного не произошло. Позволь тебе представить, это... Доктор Розенбаум. Штефани, это моя мама. Мама, это Штефани.
Я очень рада. Не представляла, что ты привезешь с собой подругу. Да еще такую красивую. Может быть, вам переодеться? К сожалению, это невозможно. Мы потеряли свои вещи во время аварии. Хорошо, пойдем в комнату Виктора и выберем тебе костюм. И для тебя найдем что-нибудь подходящее. Ты не мог сказать заранее, что будешь не один. Сара специально ради тебя приехала из Женевы. С ума сойти, сколько народу. Это уже остатки. Виктор развел столько друзей, что у нас много дней царит хаос. Настоящий сумасшедший дом, вы не можете себе даже представить. Я в этом не уверен. Что ты говоришь? Когда же ожидаемое событие? 3 часа назад. Мой старший брат, конечно же, умудрился пропустить мое венчание. Мы ждали тебя вчера вечером. Ник попал в аварию, Виктор. Ага. Это тебе. Садовые ножницы? Извини, электрических у них не было. Так что, выходит, ты женился на Жанин? Ну, выходит, так. Тебе все же это удалось. Что все это значит? Ты был неравнодушен к Жанин, когда я с ней встречался. К чему дети, все это? Сегодня не самый удачный день, чтобы ссориться. Как же ты сумел ее уломать? Да пошел ты! Виктор, Ник, прекратите! Не он меня уломал. А я его. Привет, Ник. Хорошо выглядишь. Неужели ты думал, я тебя еще жду? Спустя 4 года. Жанин, представляешь, Ник привез с собой подругу. Штефани. Розенбаум. Здравствуй, Жанин. Штефани, мы не так давно сошли с ума, но я ужасно рада быть вместе с ним. То есть, не так. Он самый чуткий, самый умный и самый привлекательный из всех, кого я встречала. Вы слышали? Мы познакомились на корте. Не знал, что ты играешь в теннис. Я только недавно начал. Мне дают большую фору. Идем, я хочу выпить. Я очень голодная. Да, идем. А ты у Виктора найди какой-нибудь другой костюм. Да. Ник, ты что, серьезно увлекся теннисом? Похоже, что так. В таком случае мы с тобой поиграем. Мячи ты подавал великолепно. У тебя такой вид, будто ты перебежал дорогу ревнивому супругу. Да. Мерзавец. Веселый напиток с пузырьками. Можно еще? Конечно. Прямо камень с души свалился. А, вот вы где. Хайнрих, пожалуйста, познакомься с подругой Ника. Меня зовут Лайла. Добрый день. Я думала, тебя зовут Штефани. А, точно. И я работаю врачом в клинике. Да. А. Что ж. Вы хорошо доехали? Замечательно. Ехали мы на поезде с кроватью. Весьма романтично. И еще в такси. Это когда даешь водителю деньги, и он везет тебя куда захочешь. Да. Да. Думаю, нам пора потихоньку рассаживаться за стол. А вам не трудно? Простите? Садиться. Я имею в виду с пером. С пером?
Вот оно что. С пером в моем тощем заду. Вы о нем? Ты слышала? Ну и нервы у малышки. Что же еще Ник рассказывал вам про своего старика? Про старика? Наверняка он говорил еще что-нибудь. Да, он сказал, что ненавидит вас и что вы обормот. Нет, старый обормот, он так сказал. Твое здоровье, Хайнрих. Чудный костюмчик. У меня есть такой же. Что ты говоришь? Бальдесарини. Твои дела неплохи, м? Не так, чтобы очень. Я только что открыл свою лавочку. Пришлось в нее много вложить, поэтому... возможность участвовать в семейном предприятии – отличный шанс для меня. И что же ты за лавочку умудрился открыть? Да так, интернет. Интернет? Мы решили плотно взяться за интерактив. Короче, это объяснять довольно сложно и, кроме того, скучно. Можешь передать мне вино, Сара? Спасибо. Вовсе не скучно. Виктор – специалист по интернет-проектам. Надо же, супер. А я иногда вкладываю деньги в рискованные проекты, между прочим. Такая вкуснотища, мама. Что здесь, кориандр? Для сферы высоких технологий год был тяжелый. Кому ты это говоришь? Понадобится консультация, можешь в любое время обращаться ко мне. Непременно, Сара. Мы займемся этим после тенниса. Договорились. А кто твой CEO? Мой кто? CEO. Мартин Розенбаум. Цверк. Мартин Розенбаум Цверк. Между прочим, отличный сотрудник. Сама пунктуальность. Я ужасно хочу взглянуть. Какой адрес вашего веб-сайта? Что? Извини, но это конфиденциальная информация. Веб-сайт? Конфиденциально? Я думаю, мне пора отлучиться по нужде. Это мои. Ой. Не любишь в туфли ходить? Все в порядке? Выходит, ты новая подруга Ника? Он так сказал. Ник сказал. На время поездки. Он так сказал. По крайней мере, у тебя есть чувство реальности. У него и другие подруги есть. Спроси лучше его об этом сама. Когда мы в последний раз виделись с Ником, я была его подругой. Это было воскресным вечером. Мы вместе видео смотрели. Потом он ушел в видеопрокат, чтобы кассету возвратить. А затем взял вдруг и пропал. И ни слуху, ни духу. 4 года. Ник сказал, что ты его бросила. Ах, этот Ник. Не нужно верить всему, что он говорит. Лайла? Лайла? Сара, что за шутки? Поймала, наконец. Я уж думала, что это не произойдет. Маленькая косуля все время держит тебя за руку. Что это значит? Довольно, Сара, хватит глупить.
помочь. Расслабься. Раньше ты не был таким упрямым. Нет у меня на это времени. Я не могу, правда. Мы быстро, дружочек. Отпусти! Что такое? Мы вдруг стали моногамными, друг мой? Что это? О чем ты? Скорее! Скорее, Сара! Это моя мать! Ник! Ник, что это значит? Давай! Давай сюда! Что это значит, Ник? Ник! Выпусти меня немедленно! Ник! Ник, выпусти меня! Интернет-лавочка. Забравшееся ничтожество. Обещал привезти холодильник, а вместо этого притащил дурацкие ножницы. Хайнрих, ты ведь знаешь, что у него нет денег. Он потратил их, чтобы привезти свою подругу. Она даже не помнит свое имя. Я думаю, в ней есть что-то особенное. Виктор тоже, очевидно. Вижу, вы здорово повеселились. О, еще как. Мне нравится твоя подруга. Она немного смущена. Смущена? Вы друг другу очень подходите. Хайнрих, у нас было много недоразумений. Я хочу сказать, что очень рад предложению поработать с вами. И мне безумно хочется сказать тебе... Я от всего сердца тебе выражаю искреннюю признательность. И благодарность. Благодарность? Угу. Издеваешься? Шанс упущен, паренек. Ты опаздываешь на свадьбу, не привозишь подарка, врешь самым бессовестным образом, вынуждаешь терпеть оскорбления твоей босоногой идиотки, которая сейчас виснет на твоем брате. И после этого у тебя хватает наглости просить меня о работе. Меня, старого обормота, с пером в тощем заду. Просто хотел с ней потанцевать. На помощь! Нам нужна помощь! У нее шок. Я ничего плохого не позволял. Пропустите. Лайла. Не бойся, это я, не. Что за лекарство? Она что, больная? Нет, нет, ничего. Это от волнения. Я с этим справлюсь. Что с ней? Часто такое случается? Она не любит, когда ее трогают. У нее эпилептический припадок. Бред! Звоню врачу. У нее серьезный приступ. Нет! Я сказал тебе, что справлюсь. Опомнись! Ей нужна помощь! Конечно, ей нужна помощь! Она из психушки! Это машина Виктора. Постарайся не разбить ее. Мне очень стыдно за все, мам.
Ник, я ужасно волнуюсь за тебя. Бедняжка. Такая славная девушка. Куда мы едем? Мы едем обратно в клинику. Нет. Я не хочу в клинику. Я у тебя останусь. Лайла, ты не можешь у меня оставаться. Тебе нужна помощь. Ты мне поможешь. Я не могу тебе помочь. У тебя приступы каждые полчаса, а у нас больше нет таблеток. Тебе нужна помощь врача, ты должна вернуться в клинику. Мне нужен ты. А ты мне не нужна. Лайла, у меня самого проблем хватает. А тут еще ты повторила Хайнриху мои слова про перо в заднице. Ха, глупее не придумаешь. Что мне теперь делать? Ты действительно хочешь у меня остаться? Но ведь ты меня совсем не знаешь. Нет. Я знаю тебя. Мы вместе на поезде ехали. И на такси. Мы танцевали. И мы спали вместе в одной постели. Идем, ты простудишься. Вот, садись сюда. Я скоро вернусь. Лайла, мне нужно позвонить. Понятно. Возьми, вдруг захочешь пить. Не убегать. Хорошо. Неужели нет никого? Алло, доктор Блёхингер, слушаю. Кто говорит? Ваш бывший уборщик. Вы? Что вам нужно? Ваша Лайла у меня.
У вас? Немедленно верните девушку. Она не хочет возвращаться. Я вам скажу, где она, а вы просто ее заберете. Вы представить не можете, что вы натворили. Она немного повеселилась. Ей не веселье нужно, ей нужна терапия. Кажется, она не очень-то нуждалась в вашей терапии. Что вы сказали? Слушайте внимательно. Вы полный идиот. Вы настоящий придурок. Ясно? Лайле необходима человеческая забота. И что? Вы как раз ее осуществляли? Я привлеку вас к ответственности. За похищение больного. Она в Гамбурге на вокзале. Приезжайте побыстрее. Алло? Полиция? Примите заявление. Здравствуйте. Добрый вечер. Могу я помочь? Мой друг отлучился позвонить. Он мне сказал, что скоро вернется. Вы уверены, что не нуждаетесь в помощи? Мне по нужде очень нужно сходить. Поднимитесь наверх, повернете налево, в конце коридора у нас туалет. Как же я уйду? Он вернется и не найдет меня. Вот что мы сделаем. Вы отправляетесь в туалет, а я посижу тут. Если ваш друг придет, я ему скажу, где вы. Ну, идите же. Хорошо. Я мигом вернусь. Strutting up and down that strip. And I've seen ladies' man shoes from Paris who thought they were hip. But I tell you, when my heart did really flip, and I knew from the start that this is it, and you were looking so good, and you were barefoot. Oh, barefoot. Well, I've seen girls wearing pearls and diamonds as big as rocks. Ladies wear more gold than they have before knots. But I tell you, when my heart did really flip, and I knew from the start that this is it, and you were looking so good, and you were. Такое.
pack your bag, run away along the freeway, out of town, where the light and the night is over. Мышка. It's over. From this bed, between the sheets, spilling over, spinning round, bet you lie on your back in the back seat. Да, здесь приятное общество. Поверь, не я тебя упрятал. Я вообще в свадебном путешествии. Хайнрих за тебя внес залог. Сейчас, как ты понимаешь, на тебе висит судебное определение. Тем не менее, готов встретиться с тобой и поговорить о твоем будущем. Может быть, когда-нибудь тебе удастся отблагодарить его. Ах, да. Костюм себе оставь. Это подарок. Хочу увидеть Лайлу. Если доктор узнает, она позовет полицию. Вам известно судебное решение. Вы можете ей кое-что передать? Смотря что. Скажите ей. Скажите, что мне очень жаль. Что ты тут делаешь? Ты не должна этого делать, слышишь? Никогда, никогда, никогда. Я
захочу к нему. Я не хочу убегать. Только хочу быть с ним. Он был здесь. Он был здесь. Все будет хорошо. Что здесь происходит? Я хочу к нему. Кому? К нему. Она про уборщика. Про уборщика? Этого не может быть. Лейла, что это значит? Я люблю его. Ну что за вздор? Не вздор. Ты была влюблена когда-нибудь? Нет. Видишь, поэтому ты не можешь знать, любишь ли ты его. Мы с ним вместе танцевали. Девочка, это ничего не значит. А, неправда. Мы с ним вместе танцевали. И я знаю, что я люблю его. Потому что я знаю... Это здесь, во мне. А вы совсем ничего в жизни не понимаете. Потому что у меня есть друг, а у вас нет. Вы старая корова. Мы танцевали. Мы покупали билеты и ели мороженое. Поливали цветы. Мы спали в одной кровати. Любовались луной, и я слышала, как бьется его сердце. Произвести хорошее впечатление. Пойми, это знак особого доверия, что Хайнрих позвал тебя сюда. Тут собралась вся верхушка компании. Да, хорошо. Ну, идем, мы справимся с этим. Выглядит лучше, чем старый. Прекрасные контуры нашей фирмы. И пышные прибыли. Хайнрих. Добро пожаловать на борт. Всегда готов служить. Почему он так сказал? Привет. Господин Келлер. Очень рад. А, кто это? Привет, партнер. Привет. Недавно вы поступили со мной как в плохом кино. Но мы на это великодушно закроем глаза. В конце концов, у каждого есть свой скелет в шкафу, не так ли? Такие глупости не должны стоять на пути слияния наших крупных фирм. Я уже предвкушаю удовольствие от умелого слияния. И я позабочусь, чтобы наш трудовой контакт был самым тесным. Все готовы? Начнем праздновать. Ты сидишь напротив Сары. И я предложила ему компенсацию в 4,5 миллиона. Он сказал мне, что его это не устраивает. Тогда я говорю ему, а как насчет 4 миллионов? Он сглотнул, я показала, куда он должен поставить свою подпись, бац, и враг был мгновенно повержен.
Нам, конечно, пришлось провести сокращение, потому что фирма была очень раздута. 5000 человек уволили сразу. Но, как говорит пословица, лес рубит, щепки летят. Понятно, связываться с этой фирмой было довольно рискованно. Сегодня никто никому не доверяет. И какой отсюда следует вывод? Мы должны всегда полагаться на свой инстинкт. В моей работе нужно всегда четко знать, чего ты хочешь. И того же самого я жду и от вас. Смелость. Смелости в случае непопулярных решений. Для того, чтобы достичь своей цели, ты должен научиться принимать самостоятельные решения. Что с тобой? Ник Келлер, почему вы здесь? Вы же врач. Вы симулируете. Вы, правда, идиот, но совершенно здоровый. Я слышу голоса. Ах так? И что они вам говорят? Мы должны быть с Лайлой. Вы что, вообразили, что сможете прикинуться сумасшедшим, чтобы весело проводить время с пациенткой? Я хочу ей помочь. Вы не считаете, что достаточно помогли? Вы таскали за собой бедную девушку, притворялись перед ней влюбленным, а потом бросили ее по какой-то своей прихоти. Я не притворялся перед ней. Вы представляете, что вы в ней пробудили? Я ей необходим. Здесь? Сомневаюсь. Я люблю... Меня? Нет. Лайлу. Ах, вот что. Когда я увидел ее впервые, она собиралась повеситься в туалете. Потом она пошла за мной. Сначала она меня жутко раздражала. Проблем у меня и без нее было достаточно. Но те 3 дня, которые я провел рядом с ней, были лучшим, что мне выпало в этой жизни. Вы правда пойдете на это? И я должна помочь? Пожалуйста. Ник. На тебе что, пижама? Я переселился сюда.
будешь тут со мной? Да. Все время? Да. Это хорошо. Зажгла свой свет. I hear there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like 8 месяцев спустя. Там овощи, фрукты и всякая всячина, да? Угу. Мы толкаем перед собой тележку. Небрежно, расслабленно, плавно. Смотрим вокруг. И если видим то, что нам нравится, то спокойно останавливаемся. Вот. А мне нравится эта картошка. Тебе как? Красивая. Мы делаем покупки. Так легко? Так легко. Теперь давай ты. Мне нравится это. А тебе как? Это очень красиво. Давай, попробуй сама. In fur coats strutting up and down that strip, and I've seen ladies wear shoes from Paris who thought they were hip. But I tell you, when my heart did really flip and I knew from the start that this was it, and you were looking so good and you were barefoot, barefoot. Well, I've seen girls wear. Авторы сценария: Тиль Швайгер, Ян Пройс, Штефан Цайновский, Дина Мария Чапман, Ника фон Альтенштадт. «Босиком по мостовой». Фильм дублирован объединением «Мосфильм-Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Гемини Фильм Интернациональ» в 2005 году. Take this.